Привет всем! Доброе утро! Я уже еду на съемку один в один, на репетицию, съемку. Сегодня я буду перевоплощаться в Григория Лепса. Открыла вам секрет. Все равно вас тут не тысячи и даже не сотни. Так что, ребята, пожелайте мне удачи. Я надеюсь, что все получится. Спасибо за пожелания. Вам тоже хорошего дня. Удачи сегодня. Улыбайтесь, дарите улыбки всем вокруг. Наслаждайтесь жизнью. Она прекрасна, удивительна. В киновыпуске я буду собственно, нам никто не говорит, что нельзя рассказывать. Спасибо. Привет, Казахстан. Ну, я не буду намекать, я просто скажу, я буду леди совершенства. Вот, я, конечно же, надеюсь на вашу поддержку, такую незримую. Она обязательно мне поможет. Вот, я вас целую, обнимаю, желаю удачи сегодня. И до встречи. Я сегодня... Сейчас я вам скажу, во сколько я выйду в Перископ, чтобы вы посмотрели процесс. Где-то в обед. Где-то в обед я выйду к вам в Перископ. О, привет, Сирия. Так что следите. Я думаю, что, наверное, лучше всего все-таки делать анонсы в Инстаграме, для того, чтобы здесь вас было больше, и чтобы вы были готовы к тому, что я здесь. Потому что не всегда, кстати, оповещения можно увидеть. Почему мало показывают по телевизору? Ну, не всех же можно поместить в телевизор. Вот. Чем вам Перископ плох? Тоже неплохо. Привет, Тамбов. Вот, и до встречи, друзья. Потому что тут такое сложное движение. Спасибо, что пропустили. Чем я сейчас занимаюсь? Марки собираю. Удачи!